многие задают вопрос, как смонтировать ручки двери, наши модные, так сказать. Смотрите, надо поставить уголок, уголок самый первый, вот этот лиф. Видите, тут вот надо подрезать, он длиннее. Кто как, можно здесь подрезать, чтобы сюда выступал, или так. Заводится под поликаром, получается уголок от лифа. Дальше, ну петли надо, хоть как понимаете, что надо в разноску делать, да? Разбежку, чтобы они друг дружку не упирались. Дальше, по замку вопрос. Значит, смотрите, снаружи прикручивается, клоп идет в комплекте, коричневый, видите, просто клоп, да? Внутрь заходим. Здесь ставится обратка, чтобы не царапала металл. И ей подгибаете, регулируете зазор. Ну, плотность. Видите, она загнута. То есть отверочка или еще чем-нибудь. А внутри идут в комплекте два самореза на 25 по длине. Потому что здесь стоит замок. Вот, видите, обратите внимание, замок. Это изнутри. Думаю, ничего сложного нет. Отрегулировали, чтобы плотность прижатия, видите? Все, все отлично. И второй тоже самое все. Еще крючок, то есть здесь прикручивается, на форточку надо прикрутить, видите, все аккуратно. Это обратка, обратка, дверь, например, открыли и на крючок закрепили, видите, раз. Вот. Если вы хотите, чтобы была просто форточка, вы раз открыли и дверь закрыли, все просто и четко, раз. Вот так вот, такая форточка большая для проветрения, так что пользуйтесь с радостью. Закрыли. Аккуратненько, легко, не ломаем ничего, потому что это пластмасска. Аккуратнее делаем, работаем, открываем, закрываем.